Выход в финал боролись Кстати. Марк Уильямс и Джек Лисовски. Марк с 2003 года не был в финалах Мастерс, но для Джека это первый Спасибо. полуфинал. И в стартовом фрейме в атаку. За два подхода удалось ему оформить победу в этом фрейме, и счет стал 1-0. Во втором фрейме повел атаку Джек Лисовски. Но ошибся на элементарном красном Лисовски, и это позволило вернуться к столу обратно Марку Уильямсу. Но Марк не доиграл, не довел дело до победы одним подходом. Получил возможность для погони Джек Лисовски, но погоня этой не удалась, и второй фрейм также остался за Марком Уильямсом. В третьем фрейме снова валит, повел атаку. Синего провел подбой. И на этот 53. Раз Уильямс одним подходом из серии 74 очка выиграл фрейм, и счет стал уже 3-0 в его пользу. В четвертом фрейме снова у стола оказался Марк Уильямс. Но набрав 36 очков, пошел на сложный красный и ошибся Марк, отдав позицию Джеку Лисовски. Джек получил отличную возможность, но с черного не удалось набрать на красный. Набрал Джек лишь 43 очка. И Марк Уильямс очень удачным ударом начал свою серию, которая стала победной в этом фрейме, и счет стал уже 4. В пятом фрейме снова Уильямс оказался 29. у стола и повел валить свою атаку. 62. И на этот раз Марк снова одним подходом завершил свою пользу, сделав серию 68 очков, и счет стал уже 5-0. Шестой фрейм также начался по сценарию Марка Уильямса. Лучший выход на красный сделал Марк, и много он ошибся. Получил возможность, наконец-таки, для атаки Джек Лисовски, но с синего уронил он и красный шар. Много очков набрать Марку Уильямсу не удалось. Получил снова шанс Лисовски. Престижа в этом матче. Но с синего выход не удался Джеку. Лишь 7 очков перевеса во фрейме он получил. Но сумел выйти на концовку Джек Лисовски. Концовка была сложной. Он ошибся Лисовски, и матч остался за Марком Уильямсом 6-0.